Кумертауские сборники готовятся к первенству Приволжского федерального округа. Нынешний тренировочный сбор – один из этапов подготовки к чемпионату, который начнется в конце сентября. Здесь присутствуют сборники сборной Башкирии, то есть только с нашего города, которые попали на Приволжский округ. Юноши будут бороться в Набережных Челнах и девушки, а юниоры будут бороться в Самаре. Спарринг-партнерами 14 членов сборной города являются местные спортсмены и сами тренера. Плотный график соревнований внес коррективы в планы сбора. Первая тренировка начинается в 11 часов утра. Такая более легкая. Кросс, потом в зале тренируемся ежедневно, потом уже вечером в 7 часов до 9. В данном зале сейчас находятся дети 2000-го, 1-го, 2-го года рождения, скажем так, самые лучшие, те, которые у нас приняли участие в первенстве в Башкирии и стали призерами, и сейчас они готовятся к первенству Приволжского федерального округа. Занимаются два раза в день. Главная стратегическая цель сборной города – победа на чемпионате. Там успешно выступить мечтают многие. Особые надежды возлагаются на Данила Булдырского. Он является вице-чемпионом Башкирии этого года, проиграв в финале стрельтамакскому спортсмену. Стоит отметить, что год назад он был чемпионом республики. И сейчас Данил упорно трудится, чтобы взять реванш. Мы встречались не первый раз с ним уже на соревнованиях. Поэтому как бы мы уже по Башкирии уже все друг друга знаем. И думаю, его борьбу я уже изучил. Думаю, что на первенстве Приволжского федерального округа я постараюсь выступить еще лучше. И думаю, что нужно подготовиться сначала хорошо. Напомню, сейчас в состав сборной города входит 14 человек. Тренеры и руководители рассчитывают, что в ближайшем турнире земляки порадуют многочисленных болельщиков. Я надеюсь, что в этом году у нас с Приволжского округа ребята попадут на финал страны. То есть мы будем надеяться, и, конечно, спорт – это такая вещь, что, и тем более дзюдо, малейшая ошибка, малейшее это соперник может использовать. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис».